Рэдат, приветствую всех на своем канале. Ну что, продолжаем проходить игру Dead Space Remake с того самого места, где остановились. Если нравится видео, стрим на моем канале, ребят, будьте добры, подписывайтесь, ставьте лайки, в общем, кому что нравится, и помогайте каналу донатом, чтобы канал не закрылся. Этим вы меня мотивируете. Мотивируете подпиской, донатом, лайком. Так что не забывайте. Продолжаем. Всем приятного просмотра. Так. Мы здесь, да, и что у меня по... А что у меня... А, вот он. Так. Плохо. Это плохо. Это у меня стоит, да? Давай вот эту штуку поставим. Туда вот. Хорошо. Так, а мне куда? Мне сюда. Казармы. Да, ничего не вижу. Кто тут? Кто тут? Да, темно. В одном месте. Блин. Колебался, блядь, своими. Isaac, we have a problem. The Valor's carrying a 12-megaton warhead. The crash hit the torpedo bay hard. I need you to handle that nuke right away before something sets it off. Handle 12 megatons? You know I'm not a nuclear engineer, right? I don't need you to be. Just stabilize the warhead and eject it away from the Ishimura. Christ, Hammond. No one trained you to carve up monsters with a plasma cutter either. You haven't let us down yet. Пипец. Да. Знаете, вот в начале вроде еще середина нормальная, но под конец вот начинаешь уже как-то, ну, неприятно становится. Айзек один тут как будто работает, блядь. Больше никто не работает. Эти только сидят, бля, и команды раздают. Айзек один херачит. О, тут эта отсылочка. Вот такой вот есть этот костюм. Но это, наверное, там надо это... Комплект Эдишн. Я вспомнил, как это называется. Комплект Эдишн. Кредиты, бро. Да хорош. Кредиты, лечилки. А у меня сколько лечилок-то? Одна. Но это мало. Но это мало. Там... А, это. А, да, лежит. Я думал, мне показалось. Думал, это. Так, тут полный, да? Пять пять всего. Ну, ладненько. Так, не туда. Да, хреново видно. Я еще с утра записываю. Ой, чихнуть хотел, и что-то это не чихнул.
И кто такой? Опять что ли это хрень? Трупик. Это что за трупик? А, это эти солдаты, что ли, которые пришли спасать нас и не спасли. Нам куда? Нам туда. Я сюда зайду. Плюс. А, тут это. Штука. Тут не пройти. Тут батарея. И лифт, да? И лифт. Для брифинга. Ага. Мне туда, да? А, не, мне туда. Избавьтесь от боевой головки. Могу тебя здесь что? Ничего особенного, кроме как аптечка и еще комната какая-то. А тут еще этот есть. Ну да, вот они нас спасать пришли и не спасли. Тут еще одна батарея. Распоряжение конфиденциально, приоритет черный. Кому? Капитану Кэдигану. Начальник и штаб земной обороны. Операция «Белый свет». Театр действий системы Эгида. Планета Эгида 7. Задача «Тотальная зачистка». Хм. Корабль «Шмур» нарушил прямой приказ земного правительства. Есть основания предполагать, что они обнаружили обелиск 3А. Отдел особых операций подтвердил нахождение обелиска в данной системе, но не назвал координаты его точного распоряжения на планете. Рекомендация отдела особых операций. Соблюдайте предельную осторожность, если обелиск найден. Да, они это осторожны вообще были. Ну, не знаю, это... Как это... Ну, как понять, вот их просто убили, вот эти вот... который там в капсуле прилетел, там один, и всех убил, да? Но это войны, они должны быть на чеку постоянно. Это особая элита, элита. И здесь они так просто, блядь, как простые какие-то гражданские погибают. Вот даже здесь вот пишет, соблюдайте предельную осторожность, если обелиск найден. Существует огромный риск распространения смертельной инфекции. Да. Оперативное распоряжение. Отправите системы гиды и займите орбиту не ради обнаружения гражданскими исканиями. Ждать сигнала Шуму, чтобы проверить его местонахождение. Задача. Обеспечить безопасный обелиск, иначе инфекции инициируете протокол зачистки Эвридика. При отсутствии инфекции инициируется санитарный протокол Аполлон. По завершении операции провести полное психологическое обследование. Всего персонала без исключения. Я так скажу, немножко сюжет, кто писал, немножко тупанул. Ну, блядь, элитные воины, блядь, просто-напросто погибают. Ну, как так? Ну, вы чё, блядь? Тут вам всё... Или они распоряжения не читали, блядь, я не понимаю. Скорее всего, читали, блядь, и всё. Ну, похеру им, блядь. Или этот автор так похер... Как-то, ну, отнёсся к сюжету так себе. Вроде неплохой так сюжет, а... Вот это вот мне не нравится уже под конец игры. Мне не нравится, ребят, то, что Айзик, иди туда, Айзик, иди сюда, Айзик, делай то, Айзик, делай то. Они там, блядь, сидят и ничего не делают. Что та эта баба, блядь, что Николь, блядь. Ну, Николь как-то еще видно, что-то делает там здесь на Ишимуре, да?
А это Хэммонд, блядь, то там команд, то сям команд, блядь, один только он. Никаких действий, например, можно было сделать, поиграй, блядь, за Хэммонда, блядь, в какой-то момент, блядь. Ну а чё, не так-то, блядь, ну кто-то что-то тоже должен делать. Нет, блядь, Айзек один, иди туда, иди сделай то, иди сделай всё. Я понимаю, он инженер. Ну, блядь, ну это, блядь, надоедает вот это уже. Как-то становится, ну, неправдоподобно, что ли. This is Commander Cadogan to all hands. We have been boarded by hostile forces. Hostiles are aliens. Repeat, aliens and extremely dangerous. All какой пафос to вообще? Какой пафос? У нас враги, у нас пришельцы, огонь на поражение. То есть, если он не отдаст приказ, они будут стоять, смотреть, как их убивают, да? Бля, такой бред, блядь. Ну, правда говорил Задорнов, блядь, они тупорылые американцы, блядь. Ну реально тупость здесь сделали. Ну, ну тупость, блядь. Видно, что сюжет немножко тупенький, блядь. Может он и про канал, эта игра рассчитана на молодежь вообще-то, а вот когда ты играешь уже взрослым, ты просто оцениваешь, ну, блядь, ну элита, блядь, элита. Просто на какой-то один капсуле прилетел и всех, блядь, разделал. Вы чё там, блядь? Как вы подготовлены-то? Еще их вас предупредили вдобавок. Ну это двойне позор какой-то. Какая-то элита. Это, блядь, простые какие-то новобранцы были. Да. Короче, ладно. Чё не так, блядь? Сломали? Кто сломал? А кто пиздил батарею, но она же была здесь. Кто ее? Кто ее, блядь, так сделал? А, все, она негодна, что ли? Да, она негодная. Такой бред, блядь. Тут же была нормальная, все уже стало негодным. Батареи взяли, сломали, чтобы что, чтобы ты сюда пошел, блядь. Да. Сюда зашел. Меняем. Так, что у меня больше всего-то? Ну давайте вот на это сменим. Вроде появилось побольше. Да вот. Ну тут солдаты будут, может даже лучше. Вот эту взять. Они в броне. Да. Все остальное норм, но вот под конец сюжет начинает
ну, тупенький немножко быть, нереалистичный. Не могли вот эти вот элитные войска, которых готовят Сейчас скажу. Доктор Терренс Кайн, Ишимура's chief science officer. I studied the marker for the church. I'm done talking to unitologists. But the planet won't rest until the marker is returned. You can't leave. Watch me. Планета не успокоится, пока обелиск не возвращен будет. Мне кажется. Caution. Radiation hazard. Опасно. Так, а мне куда? Мне сюда, да? Нет, вот сохраняемся. Сохраниться. Все хорошо, но я говорю, вот... Левиафан не шедевр, вообще не понравился. Ну, блядь, вообще, ну, два раза одно и то же, блядь, делать. Мне не нравится в игры, когда ты, блядь, начинаешь делать 10 раз одного и того же врага бить. Ну, это просто, смотрите, моделька создана. И эта моделька компьютерная. На другой денег нет создавать. Это же платить за все надо. Ну, или лень, я не знаю, что. И поэтому давайте мы вот здесь он победит его, потом здесь победит. В принципе, по сюжету это логично, но с точки зрения, ну это мой взгляд на эту игру, на эту битву с этим боссом, мне, блядь, не понравилось. Потому что здесь с Левиафаном определено чисто разрабами, то есть идти по этой траектории, хер ты ни вправо, ни влево. А если по жизни, вот как реальная жизнь, блядь, да я в космос улетел от этих тинктаклей, блядь. Нахер вы мне нужны, блядь, буду я... По траектории, что ли, идти? Зачем это мне надо? У боеголовки, блядь. Так, подожди, давай какой у боеголовки. Да, советую качать, ребят. То есть, еще не играл, советую на фул качайте это. Вот это вот оружие. Забыл, а плазменный резак. И импульсную винтовку, потому что на нее патроны всегда, вот на это два оружия всегда есть патроны. Не понял, а где это? Ну, время вроде не дает. Блять, там себя взорвал. Я боеголовку взорвал. Аня. Бывает. Я не думал, что она взорвется. Да. Ну, опять же, здесь... Уже нереально, ну, нереально, как в реальной жизни. Это здесь идут опять создатели, разрабы. Давайте мы, где боеголовка, пустим то тех врагов, которые взрываются, блядь. Ну, это, блядь, как так? Наверное, я вырос из этих игр. Потому что это глупости. Это на молодежь, на 15-летних, может, еще рассчитано быть. Опыта нет жизненного. А что нам делать? Ну опять же, видите, затягивание игры. Ну то есть... Я должен так аккуратненько все сделать, чтоб не взорвался, блядь. Ну и все. Ну а что еще? Это затягивание игры. Игра-то, по сути-то, коротенькая. Надо же как-то затянуть ее, блядь, под конец особенно. Я это замечать стал? Под конец. Под конец прям видно, что
А что нам делать? А, надо, может, вырубить это все. Опять не вырубить. Как нам так попасть, чтобы, блядь, не взорваться? Ну опять, вот я говорю, это затягивание игры. Ну то, чтоб, ну ты не кайфовал, чтоб, а мучился, блядь. Чтоб ты не быстро прошел игру, блядь. Я очень вот много раз начал замечать в играх, вот когда коротенькая игра, ее начинает затягивать. То этим, то тем. И чё я сделал? Вот не надо. Я мог бы, бля, закрыть. А, тут палка лежала. Ну, ачивку дали даже. Ну я говорю, мы на другом корабле. What's out here except us? Yeah, I know. I'm downloading a munitions report right now. I'll clear your route to the engine room. Grab that singularity core and let's get out of here. Избавьтесь от боеголовки. Достаньте ядро сингулярность. Блин. Вот, честно сказать, надоел уже. Ну, под конец игры надоедает это. Реально надоедает. Блядь. Ну, ты сражаешься, я ничего не говорю. Игра шедевр, сама по себе шедевр, но под конец... сюжет не стыкуется, во-первых, с реальностью. Это вот эти спецназовцы просто, блядь, как-то, не знаю. Других фильмов американских смотришь старых, блядь. Вот даже тот же «Хищник», блядь. Почему-то, блядь, спецназовцы там все погибли, кроме одного носа, командира. Там явно видно, что они это, так сказать. И то, опять же... Спецназовцы прошли столько много этого, а перед инопланетной угрозой обосрались, блядь. Все как бы, ну, они погибли вроде как бы с честью, но в то же время с трусостью какой-то. Ну не с честью, а с трусостью. Нам как-то неразумно они погибли. Просто уже, ну, скорее всего, так погибают только те, кто бояться начинает. А этот выжил, потому что он не испугался. Потому что для него главное было не выжить, а победить. Поэтому он и выжил. Но это так всегда. Так, давай, сохранимся. Вот два минуса. Это Левиафан, это, ну, это мои минусы. Вот мне в игре чуть нравится. Это вот, когда второй раз сражаюсь. Да и первый раз тоже. Это раз. Второй раз... Но это сейчас нет. И второй раз, вот, второй это сюжет, который нам подали сейчас. Ну это, блядь, глупость. Так не может быть. Но это может для того быть,
Для кого, кто не будет внимательно в сюжет в это вникать. А так все нормально, все отлично. Это шедевр. По сравнению с сейчас чего выходит, это, конечно, шедевр. Как я промахнул, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, и вот это тоже хорошая штука, вот эта горелочка. Тоже постоянно на нее дают. Так, давайте поставим что-нибудь другое. Не окончилось. Ну, остальное все подано классно. Подано классно. Вот этих два момента мне в игре не нравятся. А остальное все прям отлично. Так, а тут вроде недалеко сохранялка была. Может, сохранялку? Так, ну мне куда? Мне не сюда, да? Не туда куда-то. Давай посмотрим, что здесь у нас. Это темно, ни хера ничего не видно. А, ну это вот эти. Как его. Ну, кто корабль пристыковался. Ну, кстати. Неплохо так дают. Ну видите, под конец даже эти дают. Ну еще. Круто. Винтовка может и стрелять, а может как граната использоваться. Она очень универсальная, классная. Правда, дамага не очень много. Но скорострельность отличная. Когда быстро надо покончить. Так, тут вроде больше нет ничего. Да. Больше ничегошеньки. Так, а куда мне идти? Туда, да? Давайте я, наверное, сохранюсь. Уже сохранялка есть. Глава 9 называется. Ехали на убой. Ну, в принципе, так оно и есть. Ну, может, ехали не Айзик, а может, вот эти ехали на убой. Это же мы на их корабле, вот этих спецназовцев. Такие плакаты, такие, такая броня. И вот даже это здесь оружие, блин. Да, оружие. И в то же время их просто уничтожили. Какой-то, блядь, один... А где еще один?
Еще есть чего-то, да? Тогда вот так. Что-то я не пойму, я двоих? Блять, что ты сделал? Все, да, кончилось, блядь. Нет, нет. Молодец я. Нажал не то, что надо. Так, тут больше вроде нет ничего. Или есть? Сейчас нету. Вот, видите, скафандр у него какой, нога сломана. Что не говорит, ну? Короче, ногу держишь свою. Да, ногу держишь свою. Сдох. Так что что-то у меня не вяжется с сюжетом. Большой аптечки. Типа все лечит, что ли? Ну это я должен пройти здесь. Пожалуйста, айзик. А, все понял. Тоже топать не надо. Так, ладненько. Хорошая штука против этих солдат бронированных. Она их расщепляет изнутри прям. Трюму. Isaac, you hearing this? It's Chen. There, on the ringling. Did I lock him in alive? Chen's dead. You know that. I know my own fucking corporal. Chen, come in. Опять вот здесь, ну это, блядь, тупорылые, бля, просто тупорылые. Их и тупорылые, блядь. Индосы тупорылые, блядь. Реально тупорылые. Ему говорят, Чен умер, блядь. А он, блядь, верит. Ну реально верит, блядь. Он видел, даже сам подтвердил в начале игры. Все, Чен умер, вот, но он превратился. А сейчас Чен, блядь, это Чен, я что, не знаю свою капрала? Бля, такая херня. Вот этот сюжет уже, это уже третий недостаток, вот херня. Это херня.
Усё, хорошо. Так, что-то сейчас будет, значит, раз сохранялку дают. Опять какие-нибудь сражения будут, блин. Или босс какой-нибудь, блин. Так, а мне куда? Да. А, капсула, вот это что ли прилетела капсула? Да, вот она, капсула прилетела. И всех их. Ну пипец! Ну ладно, троих, хрен с ним. Ну, блять, всех на корабле. Ну это, блядь, не стыкуется. Вообще сюжет не стыкуется, блядь. Ну это для тех, для молодежи, для 14-летних. С открытым ртом, чтоб. Ага, да, может такое и быть, блядь. Без вникания в сюжет, ну, бля, вообще. Какая херня, блядь. Такое. Ну, фантастика, понимаю, ну, блядь, тут ну, хоть сюжет как бы уложили. Более-менее как-то. Логические мышления. Ну, хоть немножечко как-то, блядь. Опять же, можно было бы сюжет сделать. Например, ты спасаешь там двоих этих спецназовцев или одного. Ну, как бы они закрылись, обороняются. Но в то же время ты приходишь, вроде помогаешь, и раз их как бы ну, в каком-то бою их убивать. Можно так было сделать. А это вообще просто, блядь. Огонь! А инопланетные! Огонь! Ага. Мне, если будет и вторжение инопланетным, я не буду ждать приказа. Огонь, блядь. Я буду... Ну, бля, началось, сука. Где ты, блядь, началось, блядь.
Я же говорил, босс будет, блин. Так. Ну ладно, пока у меня есть вроде бы. Так-то неплохо. Но я на легкой играю, ребят, на легкой. Я перешел на легкую. Ну потому что на средней, как и обычно в сюжетных играх, на средней и на высоких вот этих сложностях просто повышается здоровье и урон от врагов. Вот и все. Я не профессионал в таких играх, поэтому я хочу... Я больше это сюжетная игра. А если это сюжетная игра, надо играть на легкой. Я вначале вроде шел на средненькой. Ну, более-менее. А вот после Левиафана, на 8 главе, бля, все, я переключился на легкую. Ну, не хочу просто. У меня нервы мои дороже. Нервы мои дороже. Это, я понимаю, в соус-жанре, если ты рукожопый, да, ты проигрываешь. И то обусловлено еще, смотри, какой босс от разраба, ну, читер, ну или нет, вот как в Elden Ring моление, но она читерная просто. Она лечится, но она не должна лечиться. А если бы она не лечилась, она бы была ни о чем. Это что есть, вот когда лечится босс? Это говорит о том, что у разрабов кончилось это творчество. Какого босса можно придумать сложного? Что такое придумать сложного босса? Это творчество. Творчество закончилось. Может, оно не закончилось? Ну, надо было быстро игру выпускать. Вот они придумали такого босса. Проще всего сделать. Оставим пока. Если уж этого не будет, как его... влазить тогда можно будет. Я бы хотел магазинчик, мне бы желательно, потому что у меня там и верстачок, там прокачать хочу. Вот это помогли мне тоже хорошо. А мне вообще куда? Не туда. А здесь что у нас? Здесь, блядь, темно еще, нихера ничего не видно. Вроде я увидел. А вот здесь тоже нужно пройти. Так, а может с этой стороны? Нет, с этой не пройти. И вообще надо на легкой все играть. Игры сюжетные. Зачем ему себя мучить и нервы тратить свои? Ну, неплохо мне так надавали на мой этот плазменный резачок. Так, пойду-ка я сохранюсь. Я много чего подобрал здесь. О, а вот здесь не подобрал. Во, пойду-ка сохранюсь. Тем более недалеко сохранялка. Так, а где? Вот. Так, что с... Сколько у меня лечилок? А, все, больше не буду трогать.
Так что советую, если кто-то хочет просто сюжет, на легкой делайте, на легкой идите, проходите. В принципе, я вот не сказал бы, чтобы сейчас босс быстро, мини вот этот босс, ну как мини-босс или босс считается, не знаю, быстро лег, нихера не быстро лег, даже на легкой. А на средней он еще живучий был бы, блин. Во-во-во. Вот, они шли на войну и проиграли, блядь. Ну это спецназ, элита, блядь, и они проиграли. Как так, блядь? Как? Ну это бред, ребят, мне смешно. Ну это бред. Сюжет, конечно, под конец бредятина, блядь. Как так могло это все? Как кто писал эту херню? Ну реально, вы че, блядь? Ну, думали, все дураки, что ли? Остальные вы умные. Но это было рассчитано на молодежь. На 14-летнюю, скорее всего. Тогда же не играли это взрослые мужики, как я понял. Тогда играл в основном молодежь. Те года. Поэтому это рассчитано было на это. О, это нельзя, да? Давай сохранимся. Вчера тут пробежать надо. А куда бежать-то? А что мне в обратку показывают идти? Не понял. А, тут надо что-то подключить, наверное. А, включить. Поэтому сохранялку дали. А как? А там что-то не отключается нихера. Не понял. А там он ни хера не отключается. Не пойму. Может, мы сюда? Нет. Не пойму. Что делать-то? Давай посмотрим, сейчас пробегу. А, там на это надо подставить. Понял, все. Ну опять затягивание игры, Чтоб ты погибал несколько раз, то есть. А потом сказал, блин, какая длинная игра. Да. Ну это же видно. А, тут это. Тут есть это. А, даже так. То есть этот ящик, он. Блять, ты колебал ты. Поставь ты его. А, он что поставил? С собой надо таскать теперь, блядь. Ну это херня, конечно, все. Ну и здесь явно ты, бля, ящик тебе не поможет. Тут просто пробежать надо.
сюда можно было, в принципе, тоже пробежать. А, тут даже это, ничего вроде нет, да? Дара тут. Ну, с точки зрения технически, прям классно все сделано. И вот этот корабль, вот это все классно, мне нравится. Может, кто-то, инженер какой-то, может, скажет, это хрень полнейшая. Но я не инженер, я не знаю. Отлично. Отлично. И что мне надо будет потом? А, тут это, да? Я не пойму, а что было же это? Пирачило же. А как ты прошел-то, блядь? Там же огонь. А как мне выйти, блядь, теперь? Не пойму. Куда делся? Рано летел. А, тут можно пойти было так, типа, да? Нет. Да, можно было так пойти. Ну вас нахер, я сохранюсь. Неплохо прошли, так неплохо. А вот сейчас вот почему его огонь не взял? Странно. Броня такая у них сильная, что ли? Не могу понять. А, кстати, их можно... Я забываю стазис использовать. Вот в этой игре я что забываю, это стазис. У меня стазис есть. Пошли наверх, бля. Сюда. О, клапана херачит. Клапана, да. Прикольно. Да, вот с точки зрения прям вот этого инженерного корабль прям как близко к реалистичности показывается. Вот это классно сделал. Блять, кто там? Спасибо. Вот опять. Вот опять же Хэммонд. Ну явно можно оправдать это психологически усталостью, то есть он уже
рехнулся немножко от всего этого. Хэммонд, я имею в виду. Можно так, конечно. Ну, дебил, блядь. Глупость какая-то, блядь. Сам говорил, он умер, блядь, а потом говорит, о, Чен, блядь. Чен! Член, блядь. Бегите с Веллера, такой. Хэммонд Вайл, они просто флатлайн, он... Хэммонд исчез. Хэммонд Шен. О, мой бог. Warning. Cascade failure in all primary systems. Fuck! The Valor's gonna blow! Go! Погнали. Пилось, блядь. Куда мне? Primary systems failure. Evacuate immediately. Куда бежать? Warning. Primary systems failure. Evacuate immediately. Warning. Primary systems failure. Evacuate immediately. Systems failure. Evacuate immediately. Ну, конечно, блядь. Я не пойму, ты, блядь, че... А, понял. Казарм. Кто там бежит? Смотрите, там кто-то бежит. Кто-то бежит. Видели, да? Там кто-то бежал. Раз не бегать, блядь. А это же кассон. Вот это в космосе все офигенно. Вот я говорю, вот, но для меня вот эти вот недостаток, который я сказал. О, бля, куда нам надо? Так, погодь. Isaac, come in. I'm here. Fuck, that was close. Chen, Johnson, now Hammond, and I'm tracking movement from the Valor. I think some of those mutated soldiers made it on board.
What about the Valor Singularity Core? It's covered in blood. But I got it. God. I hope Hammond was right about that shuttle. He said it was on the crew deck. Along with every unitologist on the ship and their marker. You need to... Wait, someone's opened the door near the bridge atrium? It'll get you to the crew deck, but who's left with that kind of clearance? Isaac, something's up. But we have to get that shuttle. For God's sake, be careful. We're all that's left. Да, двое только остались. Завершено. Девятая глава завершена. Десятая осталась. Так, а здесь нет ничего такого. А, есть. Кредиты. Надо посмотреть. И тут еще есть хорошего. Вроде все. Может, я не забрал в тот раз, когда здесь был. Я говорю, тут вот для меня это три недостатка, которые я сказал. Это Левиафан не очень, вообще не понравился. И немножко сюжет. И под конец затягивание игры всякой херней. Ну, в принципе, тут можно это как бы затягивание игры убрать. Только два недостатка. Потому что затягивание игры все-таки это хочешь на легкой, иди даже на самой легкой. И будешь. И будет все быстро проходить. Так, давай. Ну, отправленное сообщение, давай посмотрим. Прогресс репорт, капитан Бенджамин Матхиас, Парагон Джордан, Уна. This will be my last transmission. Afterwards, I'll make sure our pilgrimage can be completed without interference. We have successfully brought the holy marker on board. Да, это мы смотрели. Dr. Kine, an expert on the original marker, is deciphering its secrets. Forgive me for quarantining you just seven. Director Eckhart's work made. На Эгиде уже была эпидемия. Так. Ладно, ребят, на этом я завершу очередную серию прохождения Dead Space. Глава 10 завершена. Так что, всем пока. Будьте здоровы. Самое главное, берегите себя, свое здоровье, своих близких. С вами был Редат. Если нравится видео, стримы на моем канале, будьте добры, подписывайтесь. Ставьте лайки, в общем, кому что нравится. И помогайте каналу донатом. Донатом, хотел сказать. Донатом, чтобы канал не закрылся. Это мотивирует меня. Мотивирует меня. Так как русскоязычных стримеров не поддерживает YouTube. Так что будьте щедры. Вот, рука дающего не оскудевает. Не жадничайте. Так что вот так. Ладно, все. В следующий раз продолжим. Спасибо за внимание.